Главные события. Главные решения. Главные итоги месяца. В большом разговоре с губернатором «Главные о главном» с Василием Голубевым. Здравствуйте, дорогие телезрители. Передача «Главные о главном». Представляю главных. Губернатор Ростовской области Василий Юрьевич Голубев. Здравствуйте. Главный редактор информационного холдинга «Донмедиа» Мария Александровна Карачевцева. Главный редактор радио FM на Дону Виктор Иванович Серпионов. Добрый день. И главный редактор телевизионного канала «Дон-24» Синёк Сергей Викторович. Достаточно одного слова, чтобы определить главное событие июля. Всего лишь одно слово, и никто не станет в июле переспрашивать, о чем речь. Уборка. Это слово главное ежегодно в июле. Василий Юрьевич, в регионе закончилась уборка ранних зерновых. Мы знаем, что цифра достаточно большая, но говорят, чем выше урожай, тем его качество хуже. Можно ли это говорить в нынешнем году? И, кстати, озвучьте, пожалуйста, какая цифра на конец июля? Сколько миллионов тонн мы собрали? Поэтому я начну с того, что уборка ранних зерновых еще не закончилась. Угу. По всей вероятности, дожди, которые в определенной степени повлияли на ход уборочных работ и задержали уборку ранних зерновых, она, например, на севере началась на неделю позже, и таким образом завершение уборки, я думаю, ранних зерновых нужно говорить примерно 5-7 августа. А если говорить о результатах, приятно о них сегодня говорить. Мы можем иметь очередной рекорд, который поставят наши селяне по состоянию на 29 июля текущего года около 8 миллионов тонн. Но еще убирать примерно 20%. Это означает, что по некоторым прогнозам мы можем поставить действительно рекорд. В прошлом году за всю уборку мы убрали 9 миллионов 805 тысяч ранние и поздние культуры. Сейчас мы эту цифру можем превзойти по итогам ранних зерновых. Если говорить о качестве, несомненно, когда идут дожди, достаточно обильные, это влияет на качество уборки. Как сегодня селяне убирают? Как только влажность зерновых достигает 12-13%, они сразу начинают уборку после дождей. Такая некоторая граница, критерий оценки состояния зерновых. И если сравнить качество с прошлогодним, то примерно 75% убранного зерна является продовольственным, то есть высококачественным. Но тем не менее это примерно на 5% чуть ниже, чем уровень прошлого года по качеству. Хотя эти данные из обследованных примерно 25% убранного урожая. Точная цифра будет, конечно, когда примерно половина урожая пройдут обследование соответствующее, и тогда будет понятно, сколько у нас продовольственного зерна, и это будет говорить о качестве. Но практически в каждом уголке Ростовской области, и на востоке, и на севере, и в южной нашей зоне, в центральной, сегодня люди говорят о том, что урожай действительно очень неплохой. Чем он отличается от прошлого года? Мы сеяли зерновые практически в сухую землю осенью. И если бы не дожди весной, а затем в конце весны и летом, то мы могли бы просто быть в очень сложном положении, просто могли бы не посеять. Но тогда именно наши ученые предложили пойти по этому пути, селяне приняли это предложение, в итоге они с урожаем, в итоге мы с хлебом, что очень-очень важно. То есть фактически дожди, наоборот, сыграли на руку? Совершенно очевидно, да. Некоторая задержка – это вот то, что работает в небольшой минус, но гибели урожая у нас нигде нет. У нас практически везде урожай будет собран, и даже то, на что повлияли дожди, селяне преодолевают. Где-то полегли хлеба, где-то нужно специальным образом урожай убирать. Ну, представляете, традиционно комбайн убирает оттуда и обратно, то сейчас он убирает, когда хлеба полегли только с одной стороны. Это означает, что комбайн должен заезжать с той стороны, куда полегли.
Ну, такая специфика, это уже говорят мне селяне. Да и вы знаете сами, вы же убирали, вы же об этом писали и говорили. Если, ну, это был такой небольшой эксперимент, было большое желание посмотреть, что такое сегодня новая сельхозтехника, и тем более наш новый комбайн, который 161-я его модель. Какие ощущения? Прекрасные ощущения. Это уже техника другого поколения, в которой достаточно комфортно, и если она работает без сбоев, дает хорошие результат, а в данном случае так и было, то это, конечно, совершенно другое. Я думаю, что механизаторы, которые наряду с этим при высоком урожае получают неплохую заработную плату, конечно, должны оценивать. Василий Юрьевич, вы говорили про ливни, про их позитивное влияние, да, на урожай все-таки и на негативное, и на позитивное. Где-то позитивное, где-то мы тут разное. С коллегами обсуждали, очень жаль, что не было ливня, когда у нас что-то камыш, по-моему, горел под Батайском. Виктор Иванович рассказывал, что присутствовал буквально недалеко и наблюдал, и запах был. Что касается камыш или не камыш, я не знаю. Да, вертолета, кстати, у меня нет, поэтому подтвердить или опровергнуть, что это был камыш, я не могу. Может быть, трава, может быть, свалки горели. Вот, кстати, о свалках речь. Слушатели нашей радиостанции ФМ на Дону часто сообщают о несанкционированных свалках. Что интересно, и власть о них тоже знает. Но, по мнению наших слушателей, реакция нулевая. Почему такое происходит? Ну, я бы не полностью с этим согласился. Надо говорить о недостаточной реакции и недостаточных возможностях муниципальных образований ликвидировать несанкционированные свалки. Но их у нас в Ростовской области очень много. Практически каждая вторая сегодня свалка несанкционированная. 300 зарегистрированных как действующие, а 300 – это то, что мы выбрасываем туда, куда ни попадя. Иногда это овраги, яры, иные какие-то места. И для того, чтобы их ликвидировать, реально муниципалитеты сегодня не все в состоянии убрать. Мы в 2011-2012 году с этим достаточно активно занимались, и тогда несколько сотен свалок было ликвидировано. Но они каждым годом образовываются вновь, потому что каждый хозяйственный субъект, иногда просто люди, выбрасывают туда мусор, отходы переработки, твердые бытовые отходы, и они медленно-медленно начинают расти. Это целая программа, которая в Ростовской области в итоге должна быть реализована, не только в Ростовской области. Мы ставим перед собой задачу, например, до конца 2018 года построить 8 полигонов твердых бытовых отходов, ну, так называемые МЭОКи, да, экологические предприятия, которые должны в различных муниципалитетах собирать мусор и затем свозить в одно место для его переработки, для его прессования в некоторых случаях, для его разделения, потому что там есть то, что может пригодиться во вторичном производстве. Такая непростая на самом деле работа, потому что эта задача должна быть реализована по программе государственно-частного партнерства. Участвуют и власти, и бизнес. Если мы эту систему создадим, а у нас другого выхода нет, я считаю, мы должны к этому приходить, нам нужно жить в чистых регионах, в чистых районах и городах, то тогда в 8 территориях, объединенных несколькими районами, появятся такие мусоросборочные площадки, которые будут формировать эти объемы мусора и затем превратить на эти мойки. Ну, а как вы считаете, это поможет предупреждению образованию свалок? И, знаете, есть такое мнение, что эти мойки, они, наоборот, усугубят экологическую ситуацию, ну, считают некоторые экологи. Как любое производство, собственно говоря. Нет, я в этом абсолютно убежден, что мы живем в цивилизованном мире. И создавать, а точнее, ничего не создавать, это значит создавать несанкционированные свалки. Поэтому предприятия должны быть создаваться, но система работать должна от конкретного человека до этого мусоросборочного или мусоперерабатывающего предприятия, до МЭОКа. Если организован сбор, складирование, транспортировка и переработка – это полная цепочка. А по-другому не бывает. Я видел такие комплексы в Голландии, я занимался когда-то такими комплексами в Подмосковье. Те, кто едет, например, на Внуково по Киевскому шоссе, посмотрите налево, как только кольцевую дорогу пересекли. Там большая-большая гора, значит, Саларьево.
местечко. 54 гектара свалки, куда Москва возила по 1,5 миллиона тонн в течение года. Сегодня это зеленый комплекс, на котором растет трава, деревья. И через некоторый промежуток времени, существует определенное время, он может быть даже осваиваться по какие-то цели. Ну и в то же время мне было известно, и тогда, в те времена, то сотни несанкционированных свалок в те времена были там. Значит, ситуация похожая и в Ростовской области. Нам ничего не остается делать, как заниматься предметно и конкретно этой темой. Значит, для этого нужно заинтересовать тех, кто будет заниматься созданием и эксплуатацией комплексов, заинтересовать в сборе этого мусора. Потому что от этого будет зависеть его, образно говоря, бизнес. Это значит, он должен организовать сбор от людей, за что он должен получать деньги. И наша оплата за уборку мусора, за перевозку мусора должна быть выведена из той оплаты, которая сегодня сидит в наших тарифах. Мы должны будем понимать, я плачу за мусор, но мусор около моего дома убирают, я его не вижу. Если же сегодня вы... Никто ведь не знает, сколько он платит за мусор, потому что сидит там внутри тарифа. А мы должны это делать прозрачным и открытым. Но, к сожалению, психология, менталитет во многих случаях пока еще такой, что ну ничего страшного, тот яр, там засыпаем, валим этот мусор туда. Но это же все через какое-то время сказывается, даже в период таких дождей, как у нас. Это все потом течет по нашим рекам, в наши реки, места, где мы проживаем и так далее, и так далее. Поэтому задача непростая, но без ее решения нельзя, потому что мы должны жить, еще раз повторяю, в чистой территории. И у Ростовской области есть шанс, в конце концов, прийти к цивилизованному сбору, переработке, утилизации всего мусора. А это вечный продукт от человека, как мы понимаем. Он всегда будет. А сколько мы платим за мусор? На самом деле это зависит... У нас нет постоянной цены. Как вы понимаете, если логистика доставки мусора до свалки 10 километров, это одна цена, если 5 километров, другая цена. Если, чем ближе к свалке, тем меньше платить. Да, если вы выбрасываете мусор за границу своего участка, вы ничего не платите. Бесплатно, обратите внимание. Но вы туда не идете отдыхать. Не идем. Не идем. Если вы бросаете мусор на берегу реки, вы на этот берег не приходите, вы тоже за него ничего не платите. Если после себя оставляете мусор в лесу, вы тоже ничего не платите. Смотрите, как выгодно. Но нам сегодня это выгодно. А выгодно ли это будет нашим детям в будущем? Да, собственно говоря, и нам, если мы захотим прийти в этот лес. Поэтому большая, серьезная тема, которая не решена очевидно, но требует решения тоже очевидно. Ну, еще один экологический вопрос – это деятельность компании «Амилка» в Миллерово, которая загрязняет реку «Глубокая», хотя компания свою вину не признает. Я знаю, что вы недавно посещали производство и в теме. Что сейчас происходит? Улучшится ли в ближайшее время экологическая ситуация? Ну, сразу давайте начнем с того. Я на «Амилка» был, наверное, 4-5 раз за последние годы. Если не каждый год, ну, через год точно. «Амилка» не загрязняет сейчас реку «Глубокая». Те пробы, которые брал Роспотребнадзор, другие контролирующие организации, уже этого не подтверждают. Это благодаря тому, что «Амилка» модернизировала существующие очистные сооружения. И то, что очищается сегодня, та вода, которая после этого... Они используют для полива урожаев своих. Они высаживают кукурузу, на котором вырастает 3 початка, а традиционно у нас их 2. Это уже... Что-то там не в порядке. Что-то там не в порядке. Но я буквально специально интересовался, почему. Дело в том, что сельхозпроизводители, у которых рядом есть поля, заинтересованы в том, чтобы эта вода для полива использовалась у них. И я, естественно, задавал вопрос, а все-таки проверяли эксперты качество, что из этого получилось? Сегодня, по информации, которую я имею, претензий в этом случае к «Амилка» нет. То, что они производят, они сами потом и перерабатывают для производства своих белков и так далее, и так далее. Это раз. Второе. Модернизация очистных сооружений, я на них бывал, и когда они были не в порядке, и когда уже они сделали, это состоялось. Началась очистка реки «Глубокая», и первый этап, 2 километра, больше 2 километров, 2 километра 160 метров
состоялась очистка. Сейчас идет там корректировка, работа с руслом. Эта работа продолжается, и второй этап начался с 2015 года, первый с 2011 проводился. Если я не ошибаюсь, из бюджета Ростовской области на этот этап будет выделено порядка 199 миллионов рублей. Значит, по-моему, порядка 35 миллионов из бюджета Миллеровского района. Ну и контроль за этим предприятием продолжается повседневно. 3-4 года назад, когда я первый раз туда приехал, ну, мне кажется, это был 2011, а может быть даже 2010 год, находясь на расстоянии 2-3 километров от Амилка, было сложно дышать. Это было просто невыносимо, совершенно очевидно. Я последний раз, предпоследний раз был на предприятии, посмотрел новую установку, я там нормально себя чувствовал. Я думаю, что и жители это должны были оценить. Но это просто означает, что при развитии таких производств контроль должен быть повседневным, а технические условия должны закладываться изначально и в составе проекта, и, естественно, в составе реализованного проекта. Так что я считаю, что заметная часть тех обещаний и решений, которые были приняты, состоялась. Контроль продолжается и обязательно должна быть продолжена и будет продолжена очистка той части реки Глубокая, которую необходимо делать. То есть миллеровчане могут спокойно ловить рыбу в реке Глубокая? Дело в том, что сама по себе проблема очистки рек, она актуальна не только для миллеровчан. Она актуальна для многих территорий Ростовской области. И это одна из проблем, которая требует решения по проблеме маловодности наших больших рек, таких как Северский Донец, река Дон, Цемлянское водохранилище и так далее. Когда я задаю вопрос специалистам, почему сегодня, например, маловодность, первое, некоторые говорят, надо углублять, не нужно углублять. Некоторые оценки говорят, что нельзя грубо вмешиваться в дно реки Дон. Оно ведь сформированное, оно держит воду. Если мы это сделаем, мы просто потеряем именно поэтому воду. А вот создавать условия, чтобы притоки работали, это необходимо. Не случайно, поэтому после моего обращения в сентябре прошлого года президент дал поручение создать специальную рабочую группу. Эта группа работает. И она связана и с ЦИМЛО, и с Доном. Почему у нас сегодня в некоторых случаях уменьшается количество рыбы в естественных условиях? Две причины. Одна из них причина, как говорят специалисты, нет разливов, а значит, нелистилищ, количество нелистилищ уменьшилось. А с другой стороны, нет притока из этих малых рек. Третья проблема – браконьеры. Ну, это браконьеры, наверное, конечно, но все-таки есть такие естественные условия, которые создают предпосылки для того, чтобы нелистилища были в порядке, чтобы они были вообще и так далее. И эта проблема не закончена с точки зрения ее решения, она продолжается. Работа комиссии федеральной продолжается, она готовит свои выводы. И, кстати, я планирую послушать специалистов из правительства Ростовской области, из наших органов исполнительной власти, что же сделано с точки зрения участия в этой программе правительства Ростовской области. Мы этим занимаемся сегодня достаточно конкретно. Ну вот еще продолжим тему экологии, точнее, от темы экологии перейдем к другой теме. Вот экологическую тему часто муссируют кандидаты в депутаты. Мы сейчас готовимся к единому дню голосования, уже утверждены списки, утверждены кандидаты и по спискам, и по одномандатным округам. А все ли допущены к выборам? Вот я знаю, в прошлом году, на прошлых выборах были жалобы, их можно разделить на два типа. Это удаление наблюдателей и недопуск кандидатов. Какая ситуация в этом году? Все ли допущены? И я понимаю, что вопрос вообще-то к избиркому, наверное. Но вы как руководитель региона, безусловно, в теме. И я понимаю, что держите подготовку выборов на контроле. Поэтому к вам обращаюсь. Ну, на самом деле, совсем недавно состоялось уже первое заседание перед выборами 18 сентября текущего года комиссии по содействию проведению выборов. Такая комиссия существует. В этом году ее возглавляет первый заместитель губернатора. Но вопросы, конечно, находятся на контроле у губернатора. Учитывая, что у нас выборы не только в Государственную Думу, но и более 4000 депутатов сельских поселений будут избираться в этом году. У нас есть выборы в депутаты Законодательного собрания Ростовской области. Если взять анализы предыдущих выборов, то примеры недопуска бывали, и, конечно, они были связаны с нарушением законодательства, например, при оформлении тех или иных документов.
Мне неизвестны случаи недопуска сейчас, хотя выдвижение по одномандатным округам уже закончилось. 74 кандидата в депутаты по 7 одномандатным округам сегодня зарегистрированы. А сейчас идет над тем, чтобы быть зарегистрированным, работают самовыдвиженцы, которые имеют право, значит, быть выдвинуты при определенных условиях. Главной причиной недопуска, очевидно, будет та же самая причина. Это не нарушение законодательства при оформлении документов. Значит, что касается наблюдателей. В соответствии с законом наблюдатель с избирательного участка удаляется, если он также нарушает закон. Но решение об этом принимается только судом. Поэтому и в этом году в таком случае только по решению суда наблюдатель может быть удален. Насколько это реально по суду, если удаляют его сейчас суд, это же надо... Знаете, на самом деле суды работают в постоянном режиме в этот период времени. Угу. Потому что могут быть самые разные обращения в течение всего периода. А скажите, Василий Юрьевич, вот граждане обращаются ли к вам по поводу нарушений во время выборов? Может быть, на личном приеме или на интерактивном? Ну, сейчас они не обращаются, компания только в активную фазу входит на сейчас. На предыдущих выборах. Да, я не помню таких случаев, чтобы ко мне обращались граждане по поводу нарушения. Значит, если говорить о выборах вообще, о подготовке, то, конечно, уже в этот период есть различного рода информации, они не носят статус официального заявления, но это... традиционное внимание людей к тем процессам, которые проходят в предвыборный период. В этом случае, на самом деле, решение принимает, конечно, только избирательная комиссия. В эти процессы я, как губернатор, право вмешиваться не могу. И в том числе и в непосредственной организации процесса, когда то, что предваряет голосование, в день голосования, тут работает только избирательная комиссия, в соответствии с законом Российской Федерации. А вот анализ обращений в правительство и к вам показывает, что на четвертом месте вопросы тематического раздела «Государство, общество, политика». Вот на четвертом месте это немало. Что там в политике людям не нравится? Что они жалуются? Ну, я могу какие-то предположения строить по этому поводу. Хотя, если взять анализы обращений людей в правительство Ростовской области и вообще обращения в области, у нас... более 90% составляют предложения. Предложения. Есть понятие жалобы, есть понятие предложения. Жалоб меньшинство. Жалоба – это конкретная претензия к работе органа власти и так далее. Если говорить о предложении, это обращение человека, например, по строительству дороги, по качеству медицинского обслуживания, по очереди в учреждении здравоохранения. И вот эта тенденция сохраняется на протяжении там, нескольких лет, но хронология проблем, по которым обращаются люди, и их важность с точки зрения внимания, она иногда меняется. Поэтому мы продолжаем в ежеквартальном режиме анализировать, сколько обратилось в органы власти субъекта, муниципалитеты, сколько пришло на прием. Кстати, интерактивный прием, который... уже теперь второй год проводится, на самом деле позволяет глаза в глаза общаться с человеком и видеть некоторые его эмоции и темы, которые он поднимает. Я бы сказал, я оцениваю, насколько они на самом деле волнуют человека или людей. Есть предложения, которые сегодня реально реализуются, когда, кстати, что касается переработки мусора, одно из предложений, по-моему, из города Шахты, могу ошибиться, которые находятся в реализации, когда мы договорились посмотреть, а возможно ли внедрение этого предложения на наших производствах и так далее. И эта форма общения с людьми, она достаточно живая, в ней принимают участие не только заявитель и губернатор, здесь же находятся в своих кабинетах министры, руководители тех или иных структур, которые могут подключаться и сразу давать определенную экспертную оценку и возможность решения той или иной проблемы. Я обратил внимание, что такая форма приема людей, она позволяет несколько оперативнее отслеживать исполнение и быстрее вникать в содержание, нежели иногда обращение в письменной форме, когда имеется определенный период рассмотрения в течение 30 дней. В данном случае я стараюсь еще более активно, ну и, соответственно, информация исполнителя, она поступает сразу же, решается ли проблема.
или в какой степени может быть решена. Но есть и другая составляющая этого. Человек, получивший отрицательный ответ, должен точно понимать, почему не решается этот вопрос. Почему не решается? Либо из-за нехватки денег, либо нет технической возможности. Таким образом, те, кто жалобы рассматривает, те, кто рассматривает обращение и предложение, должны доносить до заявителя позицию органа власти по решению той или иной проблемы, даже если ее решить невозможно сегодня. Правильно ли я понял, что в вашем аппарате есть такая, может, виртуальная папочка, которая называется «Дельные предложения граждан»? Папочки такой нет, а позиция предложения есть. Она была, по сути дела, всегда. Просто я стараюсь отслеживать те предложения, которые могут быть, например, инициативами. Если я сегодня каждый квартал 1 июля, например, получаю от руководителей всех органов исполнительной власти инициативные предложения, практики этой скоро будет 4 года, я всегда смотрю не только на сами предложения, но и на то, как органы власти не имеют инициативы. И у меня возникает вопрос. Если человек приходит, работает, и у него нет предложений, нет инициативы, то возникает своеобразный вопрос. Так что сами по себе предложения – это тема, которая для меня, как для губернатора, очень важна. Если люди готовы такие предложения вносить, если они каким-то образом обоснованы, то я пытаюсь найти возможность в них вникнуть и потом найти решение. А вот личный прием мы часто показываем, как вас люди благодарят. Они приходили к вам на прием, и вы им помогли. А случается ли вам на личном приеме говорить «нет»? Да, конечно. Это тяжело? Человек на вас надеялся? Ну, вы знаете, это жизнь. Если я не буду говорить «нет», то я буду пустословом сам настоящим. Вот. Очень важно, чтобы до приема у губернатора, если это прорабатывалось каким-то образом, и такие примеры есть, когда обратившийся человек, с него сразу руководитель того или иного органа вникает и пытается разобраться в ситуации. И он готовится к приему, потому что он уже вносит положение по решению или не решению того или иного вопроса, если возможности нет. Поэтому, когда предложение по времени носит длительный характер, когда оно, например, нецелесообразно. Ну, приводил я один пример и могу его повторить. Мне очень хотелось бы, чтобы в каждую точку Ростовской области пришла вода. Даже без газа люди жили, тогда был уголь, да? Значит, но без воды не могут люди жить, а вода должна быть качественной. Сказать, что эту проблему решу одномоментно и быстро, я не возьму на себя такую обязанность. Но то, что мы ее должны продвигать, и очень очевидно, то это совершенно точно. Поэтому задача обеспечения водоснабжением и улучшения качества его, она будет приоритетна еще долгие годы. И мы, пока трудимся, должны сделать, чтобы люди заметили, что ситуация где-то меняется. Вот буквально весной этого года мной были приняты решения просто проревизировать состояние башен Рожновского. Там, где они есть, в каком состоянии, там, где их нет, где можно сделать. Я отдал поручение. Сейчас, после этих анализов, мы будем продолжать эту работу. Я готов принимать предложения для того, чтобы принимать быстрые решения по их строительству. Но очень важно понимать, что там за вода. В некоторых случаях есть башня, когда вытаскиваем воду оттуда, оказывается, что она засоленная, железня, железа много, и другие компоненты появляются. То есть наша работа пустая. Тогда приходится организовать подвоз людям воды. И речь о питьевой воде, конечно. Но это должно работать четко, и человек должен понимать. Если, например, до этого населенного пункта, в котором немного проживает людей, нужно несколько километров, а иногда и десятки километров тянуть воду, и стоит это не миллионы, а миллиарды рублей, то, очевидно, экономическая целесообразность действует. И что бы мы ни хотели, мы не можем притянуть воду, а потом окажется, что там населенный пункт уже нет людей. Такое тоже бывает. Люди переезжают в районные центры, в наши центры поселения и так далее. Но идти по этому пути нужно, не останавливаясь. В любом случае, задачу такую мы будем продолжать решать. Люди приходят к вам на прием, они волнуются. Есть ли у вас в приемной валерьянка, аппарат для измерения кровяного давления? Это хорошее предложение. Но я не помню случая, чтобы она пригодилась за это время, за последние 6 лет. Ни вам, ни посетителям. Ни посетителям. А приходят люди, просят личного участия в каких-то судебных делах, криминальных, может быть?
Участие в криминальных – это не очень правильно. Судебных, интересная формулировка. Судебных, да, это бывает. Это бывает потому, что люди считают, например, неправильным то или иное решение, например, в отношении бизнеса, возможно, в отношении близкого человека. Но, как известно, решение принимает только суд. Если я могу помогать, и, очевидно, такие примеры есть, я в этом стараюсь участвовать. Участвовать, потому что просто так оттолкнуть человека нельзя, а человек, как известно, защищает свою позицию. Но для этого есть эксперты сначала, а затем уже судьи, которые на основе заключения экспертов принимают те или иные решения. Поэтому все-таки тот случай, когда безучастным нельзя оставаться. Нужно пытаться найти возможность человеку помогать. Особенно, если он прав. Другого варианта нет. Вот, насколько я знаю, вы встретились с бизнес-омбудсменом Титовым. Как он оценивает ситуацию в Ростовской области? У него есть некоторые напряжения по вопросам, связанным с бизнесменами. Значит, он сегодня встречался с некоторыми бизнесменами, которые находятся в заключении. По некоторым из них идет следствие. Он меня проинформировал об этой ситуации, попросил внимания к некоторым вопросам. Мы говорили о проверках бизнеса, иногда неплановых проверках, иногда несанкционированных прокуратурой проверкой. И договорились, что мы тут отдельно проведем некоторый анализ по итогам текущего, уже прошедшего полугодия, в том числе с участием проверяющих организаций. Это мы сделаем в рамках своей программы, в рамках программы «Годы бизнеса на Дону». И вопросы, которые сегодня обсуждались, они касались внимания, которое мы должны проявлять к созданию нормальных условий для ведения бизнеса на территории региона, с одной стороны. А с другой стороны, создание условий более, я бы сказал, свободного, беспрепятственного реализации тех или иных бизнес-проектов. И здесь есть чем заниматься. Вопрос у нас действительно есть. Сказать, что сегодня наш бизнес удовлетворен тем, что его проверяют, иногда беспрерывно, но это ничего не сказать. Я уверен абсолютно, что мы эту практику должны не только оценивать, отслеживать и мониторить, но очень эффективно и активно на нее влиять. И те поручения, которые сегодня даны президентом страны, как известно, заключаются в одном. Нужно перестать беспрерывно проверять бизнес, нужно дать ему возможность развиваться, проявлять бизнес-инициативу и реализовывать эту инициативу. У нас примеров таких проверок просто сотни и сотни, если не больше. И, к сожалению, здесь еще поле непаханая работа. Поэтому со своей стороны правительство области будет этой работой заниматься постоянно. Я вспоминаю, когда я собирал последний раз проверяющие организации, знаете, сколько у нас их? Например, сколько, как вы думаете? 10. Сколько? 100. Да, ну, чуть ближе, 79. Вот 79 чиновников могут приезжать проверять. Если плановая проверка, а такие плановые проверки существуют, закон существует, это одна ситуация. Представляете, если он в голове навыдумывал, что нужно проверить. Да иногда по заявлению обычного гражданина вдруг приезжает проверка, деморализует всех, прекращается работа, останавливается, иногда изымаются компьютеры, там все дела, люди останавливаются. Ну вот, всегда задаю себе вопрос. Проверять нужно, закон есть закон, и, как известно, закон правит, но создавать ситуацию, когда просто экономика от этого страдает, это недопустимо, у нас и без этого проблем хватает. Кто-то заинтересован в этом? У меня вопрос от коллеги из социальных сетей как раз-таки на эту тему. Я буду сейчас цитировать. 2 года назад законодатели вернули полиции право возбуждать уголовные дела в отношении предпринимателей на основе рапортов, написанных самими правоохранителями. Эта цифра таких дел возбужденных достигла 250. Сейчас непроверенная информация. Генпрокуратура проверяет прокуратуру Ростовской области. В связи с этим, в связи с преследованием предпринимателей, проблема есть, на ваш взгляд? Вы знаете, я сказал бы следующее. Прокуратура Ростовской области работает достаточно активно по предотвращению незаконных проверок. Количество проверок, которые прокуратура запретила в прошлом году по Ростовской области проводить, аж 35 тысяч.
Ну, по всей области, это же надо говорить, о районе, о поселении, mm-hmm. и так далее, и так далее. Это то, что прокуратура не допустила. Это заметный такой вклад в то, чтобы вот создать нормальные условия. Но, к сожалению, количество проверок, которые еще есть и которые будут, оно еще больше. И это только означает одно. У нас не так много проверок, которые были проведены без разрешения прокуратуры. Все знают, что это обязательное условие получить разрешение. Тем не менее, количество проверок по факту, оно достаточно высокое. И тот мониторинг, который я ввел, начиная с весны прошлого года, когда Министерство экономики ежемесячно отслеживает вот эти факты незаконных проверок, факты внеплановых проверок, он будет ужесточен. Он будет ужесточен с более детальным анализом и, откровенно говоря, с разбирательством, в том числе и с органами правопорядка. Для этого есть, например, координационное совещание при губернаторе, куда все силовики туда сегодня входят, представители надзорных, контролирующих организаций. Мы на одно из заседаний, наверное, в текущем квартале внесем этот вопрос и проведем рассмотрение данного вопроса о состоянии дел в режиме видеоконференции на всю область с участием всех проверяющих и на муниципальном уровне. И по телевизору покажем. Да, это не вопрос. Раз мы заговорили о правопорядке, я не знаю, видели ли вы, думаю, что многие телезрители видели ролик. Это скрытая съемка двух сотрудников ДПС нашего региона, которые обсуждают, делят взятку. Оно выложено примерно месяц назад в интернете. Вот по отчету главы ГУМВД по области Андрея Ларионова, у нас за первое полугодие этого года в отношении инспекторов ДПС возбуждено 64 уголовных дела. Это много или это мало? Я считаю, что много. Это в два раза больше, чем в прошлом году. В два раза больше, чем в прошлом году. Это примерно... Это даже больше, чем за год, за весь прошлый год. То есть вот в прошлом году 50 с чем-то, а в этом за полугодие 64. То есть примерно в два раза больше, чем за весь прошлый год, за полугодие, да? Это значит, что они на контроле, эта ситуация, да? Ну, сказать, что они контроля не могу на 100%, но то, что примерно четверть, то есть 25% дел, возбужденных против сотрудников, это инициировано самим управлением внутренних дел. Примерно часть. Остальное – это факты, которые зафиксированы, по которым те или иные люди обратились в соответствующие структуры. Но в целом это достаточно много. Mm. Поэтому проблемы, которые вы озвучили, нужно заниматься, продолжать, в том числе и Главным управлением внутренних дел. Потому что, как я бы так сказал, люди не верят во власть, когда представители власти нарушают закон. Это самая большая. Это относится и к работникам правоохранительных органов, к работникам органов власти. И мы прекрасно понимаем, какова реакция людей, если люди оказываются в этой ситуации. Наверное, недопустимо, чтобы возбуждались те или иные дела, процессы по каким-то наговорам, предположениям. Но когда это факты, то люди должны отвечать. К сожалению, сегодня это законодательство Российской Федерации именно к этому настраивает нас всех. В завершении беседы хотелось бы об инициативах, мы уже говорили, когда поднимали тему ваших личных встреч с населением Ростовской области. Я говорю сейчас о Самбекских высотах. Я знаю, что мой коллега Сергей Викторович знает, от чья это инициатива, да? Хотелось бы подробнее. Это инициатива поискового отряда общественной организации «Последний след войны» Таганрогский. Мы собираем всем миром деньги. На сайте правительства опубликован призыв «Построим музей всем миром». И дан счет благотворительного фонда поддержки создания Народного военно-исторического музейного комплекса «Самбекские высоты». А почему деньги собираем весь миром? У правительства деньги кончились. Вы возражаете? Нет. Ну, у правительства денег на все не хватает, это очевидно совершенно. Мы понимаем прекрасно. Мы сегодня живем немножко в других условиях. В условиях оптимизации бюджета, в условиях выполнения социальных обязательств, которых заметное количество в общем объеме, если взять бюджет. А вы знаете, я поддержал эту инициативу, когда встречался с поисковиками, и она мне была очень симпатична и понравилась. Ну, во-первых, Ростовская область – один из регионов, который не имеет музея Великой Отечественной войны. У нас нет музея областного. У нас нет областного музея.
а на полях сражений на Миусфронте погибло больше 800 тысяч советских солдат. Если внимательно посмотреть, я специально у некоторых спрашивал, и у бизнесменов, и обычных людей, которые просто трудятся на заводах, фермах, полях и так далее, и так далее. У нас каждый второй точно имеет здесь погибших, раненых, не вернувшихся или вернувшихся, но не доживших до сегодняшнего дня. И я себе задал вопрос, почему я не должен принять предложение этих ребят? Поэтому я сказал, я принимаю предложение о создании Народного музея. И предложил работникам правительства поддержать эту инициативу. Но было одно условие. Деньги, которые соберем, должны обязательно быть на контроле у представителей общественных организаций и ветеранов. Больше того, это же удивительная, на мой взгляд, идея. Построить музей к 75-летию Великой Победы. Построить музей для тех, кто еще жив, но когда-то 75 лет защищал страну. Если мы это сделаем, и они увидят, что эта память осталась у ныне живущего поколения, а потом мы ее передадим нашим детям, я считаю, что это очень хорошее дело. А правительство профинансирует точно совершенно проект этого комплекса. Таганрожский музей взял на себя идеологию создания музея. Это не только музей, но открытая площадка для техники, для тех артефактов, которые мы находим сегодня, когда поисковики проводят раскопки и так далее, и так далее. Ну, я убежден абсолютно, не найдется равнодушного человека, равнодушной территории ростовского, который сюда не привнесет какой-то свой вклад в создание этого комплекса. И вот в этот период, а у нас вот, считайте, 71-я годовщина состоялась в мае месяце, вот у нас осталось с вами года три для того, чтобы эту активную работу развернуть. То, что сегодня происходит, меня не очень удовлетворяет. Я думаю, что не хватает хорошей, красивой информационной работы для всех жителей. И я сегодня, пользуясь возможностью, хотел бы сказать, что любой человек посильным образом участвует. Никто никого не обязывает и обязывать не будет. Посильным образом участвует в том, чтобы внести. Есть счет, есть форма отчетности. Это те, кто будет общественной организации видеть, сколько пришло денег, куда эти деньги. Все должно быть открыто, прозрачно, на соответствующих сайтах в полном объеме выдаваться, на что пошли деньги, что сделано, какое состояние и прочее. Ну и, конечно, региональные, муниципальные власти в силу своих возможностей тоже будут участвовать. Это совсем не значит, что мы забыли про это дело, и теперь люди только будут собирать. Но есть простые элементарные расчеты. Возможно, они требуют уточнения. 100 рублей с человека? 118. 118? Посчитали, да? Посчитали. Ну, хорошо. 118 рублей с человека и в полном объеме достаточно денег на строительство этого комплекса. Ну, это включая младенцев? Нет. Это включает только работающее население. Ну, вот я 500 миллионов, которые нужно, поделил на 4 миллиона 239 тысяч населения области, получил 118 рублей. Мне кажется, у нас с вами разная цифра по стоимости этого музея. Да. Там не 500 миллионов. А сколько? Там меньше. Я думаю, что до 300 миллионов. Ну, я вот посчитал. Значит, фонд за год своей работы, он с августа прошлого месяца существует, собрал 2 миллиона. Значит, если там 300 миллионов, то он будет собирать 115 лет. Если он будет собирать так, как это сегодня происходит, если те, кто эту инициативу будет... На самом деле, реально эта работа началась с мая текущего года. Когда я так в очередной раз обратил внимание, сказал, все, мы подготовительную часть проходим, мы понимаем, что мы хотим, и сейчас мы должны включиться в эту работу активно. Вот нам нужна активная работа примерно один год, может быть, немного больше. Я убежден абсолютно, что мы будем иметь на этом фоне достаточное количество денег для активной фазы начала работы. Она же не завершается через год. Нам нужно начать, чтобы мы безостановочно работали. Я думаю, что это уже детали мы обсуждаем, но, очевидно, сама идея заслуживает внимания. Внимание абсолютно всех нормальных людей. И вряд ли кто-то может для себя. Я точно знаю, что я не должен забывать о своем деде, который уходил, вернулся, даже если он не воевал на Миусфронте, он воевал на других фронтах и так далее, и так далее, и тому подобное. И мы с вами будем иметь музей Великой Отечественной войны в Ростовской области, в очень хорошем месте. А дальше ветераны, которые придут туда и поклонятся своим
бойцам, с которыми они когда-то шли в одном строю в атаку. В повестке дня у нас остался только один вопрос. Август на Дону. Календарь губернатора. Август. Вы знаете, я только для этого вопроса приготовил некоторую бумажечку, потому что некоторые вещи я просто... Август, как всегда, очень напряженный. Вот я тут посмотрел. В течение месяца побываю в 9 муниципальных образованиях, среди которых с рабочими поездками. Ростов-на-Дону, Волгодонск, Таганрог, Шахты, Донецк, Дубовский, Заветинский, Зимовниковский, Ремонтинские районы. Пройдут самые разные рабочие встречи, где-то совещания по таким темам, как подготовка к отопительному периоду, состояние и мерах по улучшению водоснабжения жителей восточных территорий области, борьбы с болезнями животных, рабочее совещание по вопросу формирования тарифов в сфере ЖКХ в городе Донецке, роль Цимлянского водохранилища в обеспечении водными ресурсами населения и объектов экономики Нижнего Дона. Есть одно такое приятное, памятное событие, это, например, столетие со дня рождения Калинина. Мероприятие называется «Калининское лето», прямое участие. У нас появится еще один объект, который в сотне губернаторских проектов начинает функционировать. Это завод по производству полипропиленовой пленки в городе Шахты, Waterfall, который полтора года назад начали строить. Мы собираемся его открыть вместе с министром промышленности Российской Федерации. Как всегда, встречи с учителями на августовской педагогической конференции, это бывает ежегодно, именно в августе месяце, в конце месяца. Обязательно скажу спасибо селянам, как только они закончат уборку раннезерновых на дни урожая, который будет в области. Значит, планирую поучаствовать в открытии второго международного фестиваля мотивационного кино. Это уже, считайте, традиция. «Мост искусств» будет второй раз у нас. Значит, если будет время, обязательно побываю на играх футбольного клуба «Ростов», которые будут проходить. Значит, встречусь с молодыми аграриями в рамках окружного образовательного форума «Ростов-2016». Ну и среди рабочих встреч губернатора, я их все вряд ли перечислю, встреча с послом Индии в России, которая также состоится у меня в правительстве. Это часть мероприятий, часть событий, которые планирую, в которых приму участие. Так, как вы понимаете, много вопросов, которые связаны уже и с подготовкой и проведением выборной кампании, выборов, всего того, что вокруг этого есть. Так что май будет жарким. Спасибо, Васильевич. Так что август будет жарким. Спасибо, Васильевич. Повестка дня исчерпана. Можно прощаться с телезрителями. До свидания. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Всего доброго.